我看一看下一位登场的选手是谁。Всем привет! Меня зовут Рагда. Мне 20 лет, и я живу в России, в Москве. Но моя малая родина – это Республика Ингушетия. Музыкой я профессионально занимаюсь с 9 лет. Я участвовала в крупных телевизионных шоу, такие как «Голос дети» в 2014 году. И «Взрослый голос» в 2019 году. Также я являюсь победителем одноименного шоу «Победитель» на нашем главном Первом канале. Музыка в моей жизни — это, наверное, то, чем я хочу заниматься всегда. Это мой основной род деятельности. Но также я с особым трепетом отношусь к китайской культуре, к китайской музыке. Мне очень нравится язык, то, насколько он мелодичен, и то, какой глубокий смысл в каждом слове. На данный момент я начала активно изучать китайский язык и надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу написать песню на китайском языке. Это моя самая большая мечта. 好的，这一位是来自俄罗斯莫斯科赛区的夏歌华，我们一起连线他。Hi。Hello。哎，听不到声音啊！我们现场如果有工作人员的话，帮忙调试一下。好的 ，You ready？ 嗯哼 ，Yes。Okay, please start your performance.
就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔，你清澈又神秘，像贝加尔湖畔。